Привет, братишка! Ты же знаешь, что на этот раз партнером World of Tanks стала компания Hasbro. Поэтому для нас, танкистов, сделали второй эксклюзивный набор под названием Кобра. В этом наборе вы гарантированно получаете второго уникального командира, Кобру с персональной озвучкой, премиум аккаунт, 20 задач на X5 опыта, медаль Кобры, 2 награды на выбор, прем-танки 8 уровня в аренду, М54 Ренегейт и британские СТ Центурион 5.1 РАК, а также прем-танк 7 уровня ИСУ-122C и прем-танк 6 уровня Т-34-85 Руди, 10 доп. Пайков или 5 задач на X5 опыта. Более подробно о пакете Prime на моем сайте neru.gg в описании или первом закрепленном комментарии. Приятного просмотра! Хоба, приветствую всех подписчики, новые зрители, вы на канале NRU. Сегодня мне хотелось бы показать вам бой, который я сыграл во время того, когда брал 3 отметки на Кара-45Т. Играл я здесь боец один на стриме на карте Прохоровка. Еду, значит, я такой в центр карты, смотрю, у врагов 2 артиллерии и сразу же анализирую сетап. Гляжу такой, блин, у меня АМХ-1305 из АЛТ-шек плюс мантикор, а у врагов ЕБР-105 и АМХ-1305. Шанс того, что мы выиграем аллею, он, ну, маловероятен. И поэтому мне сейчас нужно настрелять как можно больше урона, думал я, и уехать куда-нибудь подальше, например, квадратом К7 или, возможно, на аллею, и оттуда простреливать. Возможно, если я дам 4-5 тысяч урона или суммарки, будет уже неплохо. Но вдруг я смотрю на миникарту, и мне попадается союзная мантикора, которая приезжает. Вы просто посмотрите куда. Я когда увидел, после того, как я раздал свой барабан, я был в шоке. Я такой смотрю, и слева у меня мантикора стоит в агрессивных кустах в квадрате Е2. При этом ее не просветила ни ЕБР-105, она не увидела ни МХ-1305, она не увидела вообще никого, и ее тоже никто не увидел. Но при этом у нее стоит командирский обзорный прибор, у нее, по всей видимости, стоит малошумная система, а также оптика. И она пересвечивает абсолютно все танки, которые находятся в квадрате С1, то есть это СТБ-1, а также ФШБ и Т-110Е4. И вот в чем собака. Ладно, неважно, я уже не помню эту поговорку. Если помните, напишите, пожалуйста, в комментариях. Короче говоря, вот в чем главная фишка. После боя я написал этому чуваку, посмотрел его статистику, списался и попросил его реплей этого боя вообще посмотреть, как он вообще в принципе разыгрывал в этом бою. Поэтому давайте я буду периодически переключаться на себя и показывать, так сказать, через двойной экран, как я там настреливал по его засвету. Но мы посмотрим бой непосредственно от лица данной мантикоры, как он светил, как он проезжал и вообще что в этом бою происходило. Потому что я лично вот ЕБР-105 вообще не заметил, хотя наша бабаха, она все тыкала-тыкала, например, в квадрат Е1 и говорила, вот там стопудово стоит ЕБР, по всей видимости, из-за того, что он просвечивал наши союзные ПТСАУ. И тут бах, механ на ФВ-40-05 убивает ебра блайндом. И, по всей видимости, ну, здесь сейчас это очевидно, ЕБР-105 и мантикора, они разъехались. И как раз-таки главная причина, почему нашу мантикору не засветили, заключалась в том, что мантикора поехала по правой части гряды кустов, а не по левой. А ЕБР, он быстро пролетал в квадрат Е1 и не сумел засветить как раз-таки нашего союзника. Все, переключаемся на камеру мантикоры и смотрим. Изначально мантикора у нас врывается в квадрат Е2, где она и становится в куст. Но посмотрите, как она едет. Я обычно в своих гайдах и видеороликах рекомендую ехать не по самой гряде кустов, а вот просто по центральной дороге, для того, чтобы просвечивать и левый, и правый фланг. Но мантикора у нас сразу же летит в кусты. В квадрате Е2 огромная такая гряда, и причем она не боится того, что ее высветят, например, с центра карты, потому что если ее вдруг просветит на подъезде к этому кустику, то она, соответственно, упадет либо в яму, либо на вторую-третью линию, которая у нас находится позади. Плюс, дополнительно, она таким образом воспрепятствует вражескому ебру или АМХ-1305, которые изначально проезжают, например, в гряду кустов, либо вот в эту, которая находится в квадрате D1, либо в верхнюю, которая находится кусты в квадрате E1.
она, получается, разминается с ними, и ни они, ни Мантикоры не может их просветить. Однако, как я уже говорю, я списался с нашим героем, заразой из клана Смос. Он у меня вообще, кстати говоря, был по-другому представлен. Там что-то Мелиодас, Мемфи, там что-то 20 или 13, я даже не помню, какой у него там ник был. Но так или иначе, он даже пересвечивает АМХ-1305 в верхних кустах. По всей видимости, это какая-то супер имбовая позиция, потому что я, когда делал свой обзор на карту Прохоровка, я ее даже не видел. То есть, получается, наш герой стал в кусты так, что он как раз-таки засвечивает именно подъезд к позиции в верхнем кустике в квадрате C1. И благодаря этому я с центра карты, вот 1, 2, 3, ZXX, это я типа, вот, я благодаря этому настреливаю как раз таки и не даю вражеским чувакам встать вот в эти кусты в квадрате C1. Мантикора наша, она тыкает здесь, показывает, что вот там скорее всего есть ЕБР-105, и уже в данный момент времени наш герой насветил 4856 единиц урона. Он мне ответил в личку, когда ему написал, что у него стоит из оборудования командирский обзорный прибор, малошумная система выхлопа и боновая оптика. Ну, то есть стандартный набор, такой вот исключительно светляковый мантикоры, которая много-много-много светит и которая супер незаметная. И, по всей видимости, инструкция стоит на маскировку для того, чтобы тебя вообще никто никогда и не светил. Кстати говоря, прицел тут X10 был. X10. У меня только X4, X8, ну иногда бывает X16, X25, но я им не, обычно не пользуюсь. А тут X10. Шо? Кого? Это что, моды какие-то, по всей видимости? И походу это так. Итак, наш герой итогово продвигается по кустам, и благодаря тому, что у него есть командирский обзорный прибор, который демаскирует врагов, которые сидят в кустах, уже плюс 5000 до света. Просто мгновенно СТ2 фуловый отлетает. Бадгер фуловый отлетает. Бадгера убили. Бабаху убили. Т-57 Heavy светится. Яга светится. И вот это вот все чудеса командирского обзорного прибора. То есть, ну, он даже не смотрит на противников, которые светятся. Он чекает специально АМХ-1305, чтобы он его не засветил. А враги там где-то дальше умирают. 15 тысяч засвета. Бой просто мгновенно заканчивается. И вот что может сделать один грамотный светляк. Ну, 55% побед. Чувак, по всей видимости, берет 3 отметки на Мантикоре. Вот, кстати, вот Мантикора, это хоть и дерьмовая ЛТшка, но у него есть главное преимущество у этой мантикоры. Это офигенный обзор и офигенная незаметность. То есть две характеристики, которых чаще всего нету ни у одной ЛТ. То есть у Т100 ЛТ есть, да, хорошая броня, хорошая, ну неплохая по скорострельности, пушка, хорошая маскировка, хороший обзор, а здесь идеальный обзор и идеальная маскировка. Но нету пушки как таковой, вообще ничего нету. И сейчас он просто прокатывается вперед, дальше просвечивает СТБ-1, ФАШ-АБ, М48 Паттона, Проджета 65-й, и просто вся вражеская команда подыхает на аллее. И один легкий танк, одна мантикора за 5 минут выигрывает бой. Это более 20 тысяч суммарного урона. И конкретно по засвету, здесь еще остаточный будет, я вам сейчас покажу итоговые результаты боя. У нас получилось так, что наш герой насветил здесь больше 20 косарей, ну или по 20 тысяч. И посмотрите, сколько мертвых танков у нас на аллее. ЕБР-105, Бадгер, СТ-2, СТБ-1, Фош, Т-57 Хэви, Бабаха, М48 Паттон, 2 арты, Е-4, Проджет-65, Т-110-Е-4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 танков было на аллее. Ни одного танка не было вообще на 8-9 нулевой линии. И АМХ-1305 единственный был 15-й танк. 15-й танк был в центре поля. То есть все были на аллее, и он убил абсолютно всех. Вот этот вот маленький клоп-герой. Ну, не это ли фантастика? По-моему, это прям вообще зашибись было. Могу, кстати говоря, даже показать, как это выглядело от моего лица, реплей. Просто вот я по КД нон-стопом просто стрелял.
обратно перематываю на тот момент, где убили ЕБР 105-го. В данный момент времени у меня 2353 урона. И здесь выезжает вражеский АМХ-13 105, которого я такой, блин, черт, я его не убил. Он сейчас может проехать и засветить мою союзную мантикору. Она, возможно, сдохнет. Но мантикора, все мы теперь знаем, что она-то не сдохнет. Я вижу то, что мои союзники 8-ю и 9-ю линию полностью проехали. И единственное, куда мне нужно перемещаться, это стоять ближе к центру карты, для того, чтобы если мантикора кого-нибудь подсветила, я обязательно стоял и просто настреливал урон. Сейчас самое важное, это грамотно выдавать снаряды, потому что все будут светиться как на ладони, и снаряды нужно выдавать настолько быстро, насколько это возможно. Засвечивается здесь Бадгет, сводимся ему в НЛД, естественно, не пробиваем, ну и сразу же переключаемся на СТ-2, поджигаю, и, кстати, именно я его, и добиваю тоже именно я его, причем я его даже не добивал, он сам догорел на 1000 урона. Дальше Бадгер здесь засвечивается, я в него специально забиваю, стреляю дальше по бабахе, откидываю дальше некоторые выстрелы по Панзеру Е100 и докидываю свой last shot в Т-57 Heavy. У меня уже 4500 урона, я такой сижу довольный. Блин, кажется, моя АТ-меточка не упадет вниз. А на самом-то деле она даже возросла, потому что сейчас мы перезаряжаемся. Все будут досвечиваться благодаря нашей мантикоре и стрелять как раз таки по ее засвету. Я уже тут вперед такой еду, думаю, ё-моё, ну надо обязательно сейчас тут убивать всех. Докадешиваю весь свой барабан, потому что понимаю, ну лучше я докадешу весь свой барабан и потом выплюну все свои снаряды, чем буду сейчас по одному шоту кидать, и для меня это будет менее выгодно. Ну и мантикорка, естественно, просто едет вперед. Я такой, хоба, тоже по кустам лечу, думаю, ну сейчас на подсосе много урона настреляю, максимум досводимся и просто по засвету данного молодого игрока под ником Зараза, он же Мелиодас Мэмфи, что-то X и куча палочек, просто взрываем всю вражескую команду. 5722 урона у меня уже есть. Я такой думаю, блин, ну дай хотя бы еще один выстрел дам. Но, по всей видимости, не суждено мне будет дать. Или я все же дал в кого-нибудь урон. Я его даже не знаю. А, я во рту выплюнул вроде бы шотик. Да, я во рту дал выстрел. Ну, и вот так заканчивался данный бой. И итогово, да, итогово, я-то дал 615 урона. И это 1/3 урона по разведданным нашего героя, то есть и я ему помог больше всех из нашей команды. Вот так вот, да. Короче говоря, если вам понравился, ребят, данный бой, не забывайте, пожалуйста, лайк прожимать, на канал подписываться. И это круто, когда попадаются реально классные союзники, а такие попадаются. Не будьте такими скептичными. Вот, ну точнее так, будьте скептичными, но не настолько сильно, что все ваши союзники это обязательно тупые дебилы, которые ничего не могут делать. На самом-то деле союзники бывают, попадаются и нормальные, вот как данная мантикора. А больше всего нормальных союзников попадается, естественно, в команде за грани. Да, да, вот так, вот так. Не, ну конечно, в любых командах есть, но больше всего, конечно же, у нас. Это да, это да. Вот, но здесь серьезно, спасибо вам большое за то, что посмотрели сегодняшний бой. Не забывайте лайкос, прожимать на канал, подписываться. Хорошего вам дня и присылайте реплеи, если вдруг вы увидели какой-нибудь ваш союзник классно сыграл или вы сделали очень крутой бой. Я постараюсь сделать по нему крутой видосик. Все, с вами был NearYou, всем пока-пока, до удачи.